Всем привет, всем доброго, как всегда, и прекрасного дня. С вами я, Макс Мастер. Сеня со мной вышел на улицу, и Женя дома убирается. Здесь сегодня будем с вами делать грядки, потому что Женя хотела там поубирать этот дерн, который порезал я. Но она говорит, я не могу убирать, потому что я не знаю, где будет грядка. Кстати, все распускается, все классно, все замечательно. Даже абрикосик, который у нас уже, наверное, 7 лет, даже больше, сейчас скажу, там 2-6 лет, который вообще не рос, не рос. В том году он дал, конечно, нехило. Вот целых где-то 1,5 метра. Смотрите, он уже расцвел. Будем надеяться, что в этом году уже будут абрикосики. Посмотрим, какие. Когда я его брал, вот такие вот абрикосы приносил мужик на работу. Я говорю, Сеня, ты что, уже и глуховатый еще стал? Рыбаков, смотрите, целая куча. Были палатки, но ночь прошла, палатки сняли. Здесь Юрьевны грядки. Вот это, смотрите, что я перепахал. Думал, или здесь грядки делать. Но здесь грядки не буду делать, потому что здесь это пары, этот, я не знаю, вот эта трава, этих корней куча. Я буду, думаю, буду его в процессе всего лета перепахивать, чтобы ничего не выросло. Потому что здесь, если посадить картошку, как мы хотели, то она просто зарастет. Жесть. Со мной сегодня помощник. Вот он там ходит. Птичек гоняет. Тех досок, которые мы сняли со второго этажа, которые коренные подписчики знают, сколько там было труда. Некоторые подписчики говорили, топи в камин, зачем тебе их держать, если они гнилые. Посмотрите, я достал две этих, целые, не гнили, ничего. Думал сначала сделать такие маленькие, метр на метр, но они неудобные будут. Буду делать их вот такую длину. 2 метра, просверливать в торце 2 отверстия сверлом, и потом буду забивать вот такую арматуру, чтобы они были цельные. Если здесь доску прибить или брусок, понятно, она со временем сгниет и песок выдавит эти грядки. Ты готов? Нет. Что ты камней и досок насобирал? Что ты воруешь с голубики мои доски? Что воруешь мои доски? Так как они были накрыты, смотрите, они уже 2 годика. Смотрите, здесь не мокро, ничего. Смотрите, какие здесь превосходные доски есть, классные. Решил брать вот такие вот, знаете, пошире, потому что еще надо в землю мы их, если что, прикопаем. Ну такие я не буду, это в землю надо будет столько копать. Не, вот тут такого побдимай. Видите, соединили, все, она не крутится, ничего. На грядку не похоже. Грядка готова. Сейчас ее надо перенести вот сюда. Будем вот сюда где-то ставить. Что, несем? Что? Грядку. Ну, давай. Она летает. Она летает. Опа. Там, бери вот такой.
тяжело? Да. Тяжело? Да. Тяжело? Положи. Вот приди, давай, приближи. Я сейчас по грядке наступаю. Нормуль. Опа. Все нормально. Сейчас подкопается по уровню, выровню, и будет суперская грядка. Еще здесь будет раз, два, и там уже такую сделал, три для зелени. Как в матрице, кот, перезагруз. Так, по малине не прыгай. Видишь, вот малина растет. Потом ты же ее ешь, не я. Если вам кажется, что неровно, это из-за того, что там высоко, здесь низко. Сюда еще надо засыпать землю. Я не знаю, где землю отобрать, честно. Или бы хорошо было какого-нибудь навозика. Здесь еще подсыпется. Вот такая вот грядочка. На расстояние руки, вот середину здесь прополол. И с той стороны. Чернышка с землей сливается. Я думаю, сейчас я еще одну сделаю. И уже покажу результатик. Только надо будет потом думать, где взять землю. Нет. Или сюда давай. Эту грядку я подкопаю, потом заново снесу. Давай! 8. Оп! Ну, чтобы она ниже была, видишь, она большая. Дождь горит вообще. У вас дождь идет, а у вас какая погода? Давай сейчас закапывать будем, куда ушел? Кухать ушел. А? Кухать ушел. А закапывать не будем? Вот, сделал две грядочки, замечательные. Еще я здесь хочу сделать. Только такие, знаете, две поперек может. Вот как эта доска будет, допустим. Вот такие маленькие. Где-то зелень или что посадить. И здесь, понятно, еще землю. Земля навозится. Это я хочу покрасить.
тоже, наверное, отработку, и все. Просто времени нету, дождь начинается, мне еще доски все позакрывать. Вот так прикольно получилось, смотрите. Старался чем по уровню, ну понятно, из таких досок там немножко кривато, а так супер. Грядочки, работай, бери, только сади и поли. Все чисто, все замечательно, теперь кушать. Я пришел, а они уже едят без меня, представляете? Это не, не по чесноку. Сейчас она мне тоже борщец сделает. Юрий, смотрите, мама, как борщец. Красивенько грядочки смотрятся сдалека. Юрий, о, жена погреб делать. Женя, давай. Стоп. Что? Красивая скандинавская. Правильно, Женя становится лидером. Сейчас какую вам песню заказать, которую вы еще не знаете? Можешь не стараться, я знаю все песни в мире. На-на-на-на-на-на-на. Стоп! Позови меня с собой, я пройду сквозь злые ночи. Все правильно или нет? Да! Лидирует Макс! На-н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 а. На-на-на-на-на. На-н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 а-